Всем, ребят, привет! Сегодня я решил немножко посвятить времени копу очередному. И хочу немножко обследовать вот здесь вот это место. Раньше я копал по ту сторону железной дороги, я вам покажу. Вот, но сейчас вот хочу обследовать вот здесь небольшой участочек. Здесь, как видите, на заднем плане у нас имеются жилые дома. Вот, но это новострои, новоделы. Ямок я больше больно-то здесь не вижу, вот, но буду копать вот по эту сторону. Раньше копал по ту сторону железной дороги, вот железная дорога проходит у нас. Вот, копал я в той стороне, в той степи. Вот, сейчас я буду обследовать вот этот вот участок, здесь вот. Ну и посмотрим, что у нас здесь выйдет. Сегодня я постараюсь снимать на новую камеру. Вот, кому будет интересно, камеру, которую я заказывал через интернет, к сожалению, не получилось получить. Я открыл спор, сделал все это так, что мне деньги вернули. И на вернувшиеся деньги мне я купил обычную камеру. Вот в данном случае снимаю на нее. Будем снимать и ходить сегодня вот здесь вот. Неподалеку у нас имеется церковь, как вы видите. Церковь очень старая. Образование этого поселка у нас еще был такой Татищев. Вот, и он образовал этот поселок, ну и все остальное в этой округе. Ну, по находкам, я думаю, у нас обязательно что-нибудь выйдет, потому что деревня очень старая. Здесь я ходил, но в надежде то, что сегодня что-то еще выпадет, я надеюсь. Так что давайте смотреть, надеюсь, будет что-нибудь интересное. Итак, ребят, приехал я на новое место, перспективное место, между прочим, и меня встречает непогода. Вон от той степи у нас идет туча, уже по машине ударяют первые капли дождя. Жалко, конечно, но не знаю, как вот быть с этим. Хотел походить вот по этому вот лесу. Здесь место раньше были старые дома, в советское время засадили. Здесь сосенки. Хотелось бы здесь походить. Не знаю, что получится. Надеюсь, дождик все-таки обойдет меня стороной. Ну, не знаю. Уже молнии я вижу. Неподалеку у нас распашка, вон там он имеется. Дымовые ямы имеются. В данном случае у нас первая яма, вот она. Затем чуть правее вот еще одна дымовая яма. Вот. Так что я думаю, может быть, можно будет здесь походить. Неподалеку у нас имеется кладбище, старое кладбище. В этом населенном пункте их имеется два. Вот на одном, не знаю, ни раз его не видел, но по карте наблюдал, что оно присутствует. Ну, только что огромная молния была вон в той степи. Не знаю, посмотрим. Здесь у нас проходит мимо трасса самолетов. Полетел. Аэропорт Курумыча рядышком. Ладно, поживем, увидим, что у нас здесь будет. Дождь, не знаю, объявится, нет. По машине перестал стучать, так что посмотрим. Итак, ребята, пока идет дождь, я решил спрятаться вот в таких вот сосенках. Сосновый такой бор.
Вот травка здесь не особо. Поднимала до этого пуговку, но не снимал из-за того, что рисунка нет, ничего особенного такого нет. И вот первая находка, которую я решил снять на эту камеру, это вот такой вот крестик. Крестик вообще зачетный. Очень зачетный крестик. Обычный мужской нательный. Вот такой вот крест получился у нас сегодня. Ровный, с ушком. Молитва хорошо читается. Ну что, пойдет, пойдет. Хотел я сейчас идти вот в сторону машины. Наверное, машина у меня здесь вот где-то примерно метров 400 отсюда. И вот иду в сторону машины. Хотел переехать в одно место, где у меня шикарные были находки. И очень много находок. В надежде то, что, может быть, что-нибудь еще и найду там, выковырю. Но сейчас вот, дабы найти, нашел вот эту находочку, и решил все-таки еще пару рядков пройти и посмотреть, что у нас здесь получится. Ну а так зачетно, что? Зачетно. Продолжаем здесь ходить, посмотрим, что у нас еще здесь выйдет. Итак, у нас дождь продолжается, хоть и небо у нас становится чистым. У меня сигнальчик был, кое-как его нашел пином. Вот такой тонкий, тонкий крестик. Очень тонкий. Не знаю, как он только не сломался. Вот такой вот крестик. Ну, это советское время, где-то 50-е годы. Вот такой вот зачетный, без ушка. Забираем. Итак, ребята, у нас дождь закончился. Солнышко в полном свете. И вот видите, кашка. Ну, мы их ее так по детству называли, кашка. Это, грубо говоря, молодые стволы деревьев, именно вот елочек. И мы эти кашки по детству ели. Так что, если в лесу окажетесь голодные, можно немножко поесть. А также здесь у нас имеется вот такой вот щавель. Щавель, он не нам похож, но обратите внимание, лепесток большой, и внизу вот такие вот лепесточки внизу. И это у нас дикий щавель, лесной щавель. И он довольно-таки вкусненький, кисленький, так что можно жить. Здесь вот еще один тип кашки. Вот он. Сейчас он, конечно, подсох уже. Сейчас будет дымиться, наверное. Нет. Вот. Вот такие вот штучки тоже раньше можно было кушать. То есть очищаешь это все и ешь. А также здесь у нас имеются зеленые шишки. Зеленые шишки тоже можно употреблять. Так что в лесу много чего есть пожевать. Вот, но я начал свою съемку из-за того, что в этой ямке у меня была находка. А сигнал был невзрачный. По ВДИ. Видите, 50-51. Так у меня обычно звенит проволока алюминиевая. Но сигналы, я думал, копать здесь все. И копаю все, практически абсолютно все, что в цветнину бьет. И выпал у меня вот такой вот зачетный крестик. Смотрите, какой крест. Большой крест. Ох, у меня таких нету. Тоже тонкий крест, как до этого подымал. Вот. Но он, смотрите, какой красивый. С молитвой
и спереди, и сзади с ушком. Вот такой вот крест. Зачетный, зачетный. Замечательный. Красиво. Очень красиво, но это штамповка. Штамповочка. Забираем в коллекцию. Таких крестов у меня еще в коллекции нет. Берем. Ходим, бродим вот по этим вот сосенкам. Можно уже и выходить из сосенок. Я прятался отсюда от дождя. Вот, но сейчас можно спрятаться, выходить на свет Божий. Ладно, продолжаем свой коп. Итак, хожу я все по этому лесочку. Вот здесь вот столбики ставят. Натягивают нитку. То есть скоро это будет чей-то участок. Повезет тем, кто найдет здесь клад. Потому что здесь вот очень много было в свое время. Мы со Стасом Фартовым, которым выбивали это место. Находки, как вы видите, до сих пор есть. Вот в той области вообще было, там клондайк, манисты, иконки, складни, крестики, монеты. Вот и в этом тоже лесочке монетки. Вот сколько мы ходили здесь, все равно находки есть. И в данном случае у меня тоже очередная находка. И вы знаете, сегодня прям день крестов. Еще один крест у меня, только уже с Иисусом. Тоже тоненький и тоже целый. Вот такой вот крест у нас. На обратной стороне у нас имеются божественные лики. А на этой стороне у нас Иисус на распятии. Вот такой вот крест. Все кресты сегодня у меня, это уже у меня получается какой? Четвертый крест и четыре находки, и все четыре креста. И все разные. Вот такой вот крест. Ну ладно, будем продолжать ходить в этом лесочке. Осталось немножечко. И думаю все-таки походить. Как вы видите, находки есть. Пусть не монеты, но весьма тоже интересные находки. Кресты. Это очень хорошо, когда кресты у нас попадаются. Вот прям просто-напросто из шмурдяка, конины и всего прочего нет. Одни кресты можно назвать крестовым днем. Может быть, так я его и назову. Ну а так, ладно. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, не может быть, но мне кажется, вот под этим камушком у нас крестик. Да, ёж твою налево, и это снова крестик. И снова этот крестик тонкий, с ушком. Вот такой вот замечательный крест у нас снова появился. Невозможно, чтобы все находки, абсолютно все находки сегодня у меня кресты. Внизу лик божественный, здесь святой написано. Святой, сейчас прочитаем, святой Барбар. Я не знаю, что написано, но надпись отчетливо видно. Варвар какой-то святой. Вот такой вот крестик у нас появился на свет. Очередной. Ладно, забираем. Ходим мы все в этом дремучем лесу. Находки, как вы видите, одна за другой. И все кресты.
Шмурдяка даже нету. А, хотя есть шмурдячок один. Колечко обломанное, я его не снимал. И еще какой-то декоративный. Но все это металлокерамика. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, закончу я сегодняшний коп вот на такой ноте. А буду я готовить, наверное, видео по поводу шурфов, потому что у нас наступило лето, трава уже по колено, так что не получается у нас покопать полноценно, и приходится у нас шурфить. Многие у меня задают вопросы на канале. В основном, я так понимаю, это люди, которые только начинают заниматься с этой деятельностью. О. И видел я, в общем, видеоролик одного молодого человека, не помню, как называется я. Его канал, и он там рассказывает типа уроки шурфа. Посмотрел я его уроки шурфа, и вы знаете, хочу сказать, копать, шурфить сможет любой, как говорится, мозгов много не надо. Но так как он рассказывал и преподавал там урок, это никуда не годится, потому что после его шурфа остается большой котлован. Так делать, конечно, нельзя. И я решил показать, как правильно нужно шурфить. И я буду готовить видео по поводу этого. Так что смотрите уроки мои, как правильно шурфить. Потому что очень пригодится многим. Потому что много-много приходится копать просто так. А я расскажу вам, как, чтобы меньше копать, ну, чтобы было КПД побольше, коэффициент полезного действия своих раскопок. Так что смотрите, ждите это видео, материалы я буду готовить, так что всем удачного просмотра. Ну а сейчас я вам покажу свои находочки, которые я сегодня сделал. К сожалению, у меня сегодня без монет, но зато в изобилии крестиков. Так что смотрим. Итак, ребята, буду я заканчивать свой коп вот на такой вот ноте. Работал у меня сегодня макро рейсер. Вот такой вот прибор замечательный. Вот, я рад тому, что прибор работает хорошо. А находит находки там, где другие приборы не находили. Сегодня я добивал то место, которое мы думали выбили. Но, к сожалению, не это дело не так. По находкам у меня сегодня получилось не очень, без монет, к сожалению. Но получилось вот так вот. А декоративная накладочка какая-то непонятная. Имеется вот рисуночек. Затем вот такой вот обломок колечка. Колечко. Затем пуговка лысая. Еще одна лысая. А колечко конина. Колечко обручальное, очень тонкое, дефектованное. Затем вот такая вот лабуда непонятная. Сначала думал от керосинки, но нет, очень тонкая. И вот такая пуговка. На пуговке у нас имеется надпись. Надпись у нас Тарас. Тарас, надпись, 4 отверстия. И затем вот такие вот крестики. Крестик у нас вот обыкновенный. Обыкновенный, вот с таким вот рисунком замечательным, очень хороший рельеф, с надписью «Святой В.Л. Авраам какой-то, амбар, непонятно». Вот такой зачетный крестик. Затем такой же похожий крестик, но меньше размером. Это тоже крестик такой же. Имеет такую же надпись, а тот же божественный лик. И с другой стороны у нас тоже зачетно, все видно, все хорошо. Затем
крестик обычный мужской, нательный. Я все думал, что найду сегодня крестик-лепесток. Вот думал, для полного отчета был бы крестик-лепесток замечательно, но нет. Крестик-лепестка у нас сегодня не получилось. Ну ладно. Затем зачетный вот такой вот крестик с Иисусом на распятие. Вот такой вот замечательный. С другой стороны у нас имеются лики божественные на каждом лепестке креста. И еще один крест замечательный. Это у нас вот такого вот образца крест. У меня таких еще нет. Вот имеется у нас молитва. Все буквы отчетливо видно. И с другой стороны вот так вот. В принципе, зачетно, зачетно. Даже не могу сказать. Вот у меня сегодня получилось у меня сегодня 5 крестов. Вот они у нас в наличии. И даже не знаю, ни одной у меня монеты сегодня нет. Сегодня монет ни одной у нас в копилочку не пополнилось. И вот даже не знаю, то ли хорошо, то, что у нас крестов полно, а монет нет, или наоборот. Вот такие вот у нас пироги. Прошелся я еще здесь вот немножко по кустам. И своей супруге вот такой букетик собрал. Ничего особенного. Затратил всего-навсего несколько секунд на сбор данного букета. Но я думаю, жене будет приятно. Это у нас ландыши. Вот такой зачетный букет у нас появился. Ладно, солнышко у нас хотя еще высоко, можно было погулять, но чего-то я подустал сегодня блуждать без монеток, не особо. Ну ладно, всем пока, удачи, находок побольше, подписывайтесь, кто не подписался. Ну все, всем пока. Итак, подошел к Жене, говорит он, ох, какая красавица выпал у него. Пятачок Екатерина II, 1792 года. Ну и вроде сохранчик бодренький. Блин, зачет. А я вон там, вон, наверное, в 6 метрах отсюда копал. Земляной дед меня не направил на путь истинный. Вот засранец. Ну ладно.